Нет, сейчас про другое. Куда ты лезешь? Ну куда? Подумай вот о чем. Он, безусловно, не мудак. А только... мудачок. Он подмастерье, он птенец, котенок, воробей. Он так дрожит наедине, ты шепчешь, не робей. Какая прелесть, боже мой, реснички, как в кино. И ты одна ползешь домой из Химок в Строгино. А завтра утром новый бой, мужайся, Жанна Д'Арк. Он так беспомощен с тобой, какой же он мудак. Он так беспомощен, когда цейтноты форс-мажор. С него как с гусика вода, он детка, он стажер. Он оробел, ему не в кайф, он хочет потусить, он хочет сессию пивка. И детский пердусин, поскольку кашляет малыш. Наверное, птичий гриф. И ты, стремглав, к нему летишь писать лечебный стрип. Давай, крутись, танцуй, лечи и не грузи собой. Ведь у него есть 100 причин, то насморк, то запой. Получишь ты за это все по розовым очкам. Но если новичкам везет, свезет и мудачкам.